Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 4 на странице 20 рабочей тетради по математике для первого класса автора Марум. В первом пучке 6 морковок, а во втором на 2 меньше. Сколько? Вставляем слово морковок во втором пучке. В первом пучке 6 морковок. Во втором неизвестно, но сказано, что на 2 меньше. Нам и нужно это узнать, сколько морковок во втором пучке. На 2 меньше. Это значит 6 без 2. А чтобы узнать 6 без 2, нужно из 6 вычесть 2. Записываем. 6 минус 2 равно 4. 4 морковки, М с точкой записываем в скобках, во втором пучке. Пишем ответ. 4 морковки, точка. Сколько морковок в двух пучках? В первом пучке 6 морковок, во втором пучке 4 морковки. Чтобы узнать, сколько морковок в двух пучках, нужно к 6 прибавить 4. 6 плюс 4 равно 10. 10 морковок, М с точкой записываем в скобках, в двух пучках. Пишем ответ. 10 морковок. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.